Всем привет, с вами Вика, вернее, панда по имени Вика. Да, смотрите, я смущаюсь. На самом деле, я не стесняюсь. В общем, сегодня будет... В общем, вы поняли, что это распаковка. И прежде всего, хочу вас поздравить со всеми прошедшими праздниками. Еще я ездила в Сургут на Новый год, да, и хорошо очень отметила, повидала много новых мест, и, в принципе, в Инстаграме куча фотографий из... Сургута, так что можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. А еще пишите в комментариях, как вы отметили этот Новый год. Мне реально интересно, потому что я люблю читать там все это про праздник, про какую-нибудь суету там предпраздничную. Не обязательно предновогоднюю, любую вообще. Так что мне будет действительно интересно почитать. Ну и если вам нравятся видео распаковки, то не забывайте ставить палец вверх и подписываться на мой канал. Что ты меня пугаешь? Пошла! Нет, не уходи. Короче, она тут ко мне приползла и чуть меня испугала. Совсем немножечко. В принципе, я даже не испугала. Молчи, женщины. Короче, я думаю, теперь-то мы точно можем приступить. Я вроде как ничего не забыла. Да, я ничего не забыла, поэтому мы можем приступать. Вот такая вот посылочка мне пришла. Эта посылочка пришла мне с интернет-магазина Rose. Гал, огромное вам спасибо. Я не видела, что в посылке... Ну, это логично, потому что посылка еще не открыта. И я даже забыла, что я заказывала. И это не потому, что она долго шла, это потому, что мне память плохая. Это на всякий случай я уточняю, то мало ли, что вы там себе подумали. Ну что, открываем, чтоб вы видели. Начало отличное. Кто я? Джеки Чан. Ну как Джеки Чан, почти. Ох, ну приступим. И первым делом. Ой. И вот что первым делом попалось мне на глаза. Это свитер, он вязаный и темно-коричневого цвета, как вы, конечно же, видите. Он очень мягкий, и я люблю такие свитера, потому что в них действительно удобно. У меня есть... Сколько у меня таких есть? У меня таких два, по-моему, и я их очень люблю, я постоянно их ношу, поэтому, естественно, не могла себе отказать в том, чтобы не заказать себе вот такой вот приятный свитер. О, еле вытащила я эту штуковину. В общем, что-то сейчас, подождите, сейчас достану. Это рубашка в клеточку. А я не понял, а почему она такая большая? Ну ладно, она, наверное, должна быть очень-очень свободной. Ну, как по мне, она для меня будет очень-очень-очень свободной. Вот. Ну, я придумаю, как ее одеть, конечно же. Я заказывала размер M. И, ну, в принципе, это, конечно, размер M, но мне-то это будет немножечко великовато. Надо было заказывать S. О, кстати! Знаете что? Я вам не показала очень важную покупочку такую из этого магазина. Это вот эта вот панда! Да, ой. Короче, я не помню, как это называется, но это костюм панды. И он очень мягкий, очень удобный. Серьезно, просто... А ну иди ко мне. Ты... Следующее, что? В общем, это тоже свитер, тоже вязаный, и это размер M, да, я уже вижу, что это размер M, да, и... Чем это пахнет? Запах не очень приятный, я вам скажу, но я думаю, после стирки он уничтожится, исчезнет и больше никогда не появится. Вот. А сам материал, естественно, он тоже очень приятный. Все вязаные кофты приятные, кроме тех, которые кольца. Да-да-да. Вот те самые. У меня было таких пару кофт в детстве, господи, как же я их не любила. Но мне приходилось их одевать. В общем, это не кольца, и слава богу. Ой, сколько там салфеток. Здесь будет не только кофт. Здесь у нас появились еще и лосины со звездочками по бокам. Именно этим они мне и понравились. Тянутся хорошо, надеюсь, они мне небольшие, но они вряд ли не будут большими. И что-то я заказывала размер М-ку. Вот такие вот крутые лампасики, я бы их так назвала. Но еще плотная ткань, это хорошо, значит, не будут просвечивать, да? И вроде бы... А, нет, я вас вижу.
Запах тоже не очень приятный, но, естественно, я все это буду стирать. Ну, как я, стиральная машина. Стиральная машина, я тебя очень люблю, чтоб ты знал. Так. И вот в студии появляются джинсы. Что-то здесь не так. В общем, они размер 36-й. 36-й размер. Я не понял. У меня школьный штан 42-го. В общем, вот они достаточно узкие. Кстати, они как бы вроде не очень-то и тянутся. А нет, они тянутся. Они так хорошо тянутся, серьезно. Ладно, не буду их растягивать, зачем я это делаю. В общем, цвет мне очень нравится. Мне, конечно, надо померить, но такое ощущение, что они мне велики будут. Надеюсь, что это всего лишь ощущение. Да, я искренне на это надеюсь. Но, скорее всего, они мне будут велики, блин. Ладно, прошито тоже все хорошо, так что качество отменное. Так. Извлекаем следующую покупочку. Ой, пахнет резиной. Всеми любимый, ну ладно, не всеми, но кем-то любимый запах резины. Это рыжая. Она гигантских размеров. Это S, вы понимаете, это размер S, вы мне даже не поверите, но это размер S. В общем, плечи, они будут на немного свисать. Наверное, так и должно быть, я на это, конечно, тоже надеюсь. Ну, если честно, на ощупь это как бы не сильно похоже на хлопок, больше на синтетику. Ну и последнее. Это, ой, я просто, ой, как же я ждала именно вот этого. Так что забыла все остальное. Помнила только про этот товар. В общем, эту не очень, но, в общем, там кроссовки. Ага. Короче, это супер красивые кроссовочки. Фиолетовые. Мне очень нравится этот цвет, помимо синего. И тут еще какая-то штукенция, если честно. Я не знаю, просто для красоты 100%, но вот у моей подруги там светилось что-то. Интересно, будет ли светиться у меня? Наверное, не будет, ну ладно. Все равно, это очень красивые кроссовки. И размер у них 38. Но так как большинство кроссовок маломерят, я надеюсь, что мне на мою ножку 37 размера они подойдут. А что ждать? Я прямо сейчас их примерю. Надеюсь, подойдут. Ох, ребят. О, слезинка радости. Они мне как раз. Боже, как же я рада. Вот. Это доказательство, что они мне как раз. Все, теперь на одной ноге у меня кроссовок, а на второй нет. Да и ладно. Ребята, пишите в комментариях, какая из вещей вам понравилась больше всего. Также можете подписаться на мою страничку ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Еще у меня есть официальная группа, тоже не забывайте про нее, ссылочка будет в описании. Проходите, пишите комментарии, делайте репосты, участвуйте в конкурсах. Ссылочка на магазин Розыгал будет в описании. Также ссылка будет на каждую из вещей, которые были сегодня в этом видео. Ну и на этом все, с вами была Вика, всех люблю, целую. Пока!